В России планируют повысить призывной возраст. Сейчас молодых людей забирают в армию с 18 лет. Министр обороны предложил отправлять новобранцев на службу в 21 год. Кроме того, предельный возраст, после достижения которого призвать в армию нельзя, планируется также увеличить на 3 года, с нынешних 27 лет до 30. Делать это планируется поэтапно. Также министр высказался насчет службы по контракту. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванными с первого дня прихода на службу. В настоящее время в соответствии с федеральным законом о воинской обязанности и военной службе призывники вправе заключить первый контракт по истечении не менее 3 месяцев службы по призыву. До 521. Итоги деятельности обсудим в ходе закрытой части.